Никольский храм в микрорайоне Планерное – одно из любимых мест горожан. Его история началась еще в 2015 году. По просьбе местных жителей администрации выделен земельный участок, а через несколько лет в деревянном храме состоялась первая божественная литургия. В День народного единства здесь торжественно заложили камень в честь начала строительства нового здания. Здесь у нас на протяжении последних 5 лет находился временный храм. Он сейчас за моей спиной. Но на территории рядом с ним заложен камень и уже залита бетонная плита для строительства большого храма, больше 400 квадратных метров. Конечно, это большое событие для жителей микрорайона. В церемонии закладки камня принял участие епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл. Он обратился к присутствующим с напутствием. Молитвенно желаем, чтобы в трудах по устроению этого храма люди, которые живут вот в окрестных домах, и кто поближе, кто подальше, объединились в такой единый хороший приход. Настоятель Никольского храма Дмитрий Оселедец рассказал о начале работы и примерных сроках строительства. На самом деле для нас это такое большое значимое событие, потому что наш приход прошел путь, фактически 8 лет с 2015 года. Все зависит от пожертвований, поэтому мы обычно не ставим никакие сроки, но надеемся, что в ближайшее время. В городском округе Химки около 20 храмов и церквей. Сюда ежедневно приходят православные верующие. Появление нового просторного здания Никольского храма станет долгожданным событием для химчан. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ. Человека любит.